помощь, парень. Замолвлю словечко за ямки. Почти все черствое. Есть можно. Мэтт, должен сказать тебе кое-что насчет... Сделай это, когда будем вдвоем. Люди должны знать, что происходит. А что происходит? Мэтт, признайся, что произошло в Бостоне? Прицелил в стену и спускал курок. Без патронов. Я не... Ты да. Ты что, сумасшедший? Нет, я нормальный. Как получилось, рыжий? Мэтт, ты бродил по госпиталю. Я искал Фрэнки! Если бы ты держался от людей под контролем и не пытался быть их лучшим другом, их не нужно было бы искать. Бейкер! Твою мать, Бейкер! Твое лицо! Уходим отсюда! Рыжий! Где рыжий? Тихо! Клади! Клади его сюда! Просто положи его! Смотри на меня! Сильно? Он не дышит, расступитесь. Рыжий, я знаю, ты слышишь, рыжий. Ты должен дышать ради меня. Рыжий, ты можешь просто постараться. Борю. Он жив, даже не говори мне. Дыши, черт возьми. Сам, рыжий, мы больше ты ничего дышать. Не можем сделать. Нет! Ну же! Ну же! Ну же, что? Я сказал, давай, рыжий! Загружаемся и возвращаемся на станцию. Нас слишком потрепали. Дальше будет только хуже. Положи фраера назад. Сейчас. Прости. Как твое состояние? Нормально. Я много раз просил. Возьмите меня, а не их. Но никто не слушал. Фрэнк, совсем не мёртв. Просил не называть меня так. Не знаю, выживет ли он. Боже, он не может умереть. Еще одно требование, которое ты не поддержишь. Ты не можешь собрать его. Ты Бейкер? Да, сэр. Послушай меня минутку, сынок. В медпункте сказали, что сержант Хартсок в строй не вернется. У нас было несколько тяжелых дней, поэтому я хочу поговорить с тобой лично. Я понимаю. Сынок, я здесь по приказу капитана Уайлдера. И не просил бы об этом, если бы не было так важно продолжать разведку и двигаться вперед. Время очень дорого. В обычной ситуации я бы не стал этого делать. Но ты знаешь их лучше, чем я. Да, сэр, это так. Кто может принять командование вторым взводом? Капрал Бедок, сэр. Уверен, сынок? Так точно, сэр. Я сообщу ему о повышении. Вы молодцы, ребята! Вот так, да? Сэм, о чем ты? Я же делал все, Мэтт. Вспомни, я хоть раз не выполнил приказа. Дело не в этом. А в чем? Отставить, Сэм. Отставить. Мы оба были капралами, Мэтт. Но, кажется, для тебя это ни черта не значит. Капрал! Что? Моя задача — сохранить тебе жизнь. Выполняй приказы или умрешь.
Это твои слова. Я слышал, как ты говорил их Фрэнке в лицо. А он умер у меня на руках, потому что ты не смог ему ничего объяснить. Рыжего ничего не слышно. Он выкарабкается. Я говорил с доктором Киденом, он только сказал, что Рыжий жив. Больше ничего не вытянул. Минометы, осторожно, следите за дорогой! Целые. Мы в норме. Проверь остальные джипы. Горе, он убит! В укрытие!